разнообразие животного мира – удивительное чудо природы. Усы императорских тамаринов могут достигать значительной длины и обычно опускаются вниз, подчеркивая лицо тамарина. Краснохвостые тамарины имеют заметное черное лицо, а у лысого кари лицо красное, словно у первого раза поцеловавшего человека. Нос носачей обезьян представляет собой большой пробковидный нос. Нос носачей служит для контроля голоса и образования громких звуков во время общения. Носачи, кажется, отобрали нос у бирманского курносого обезьяна. У курносого обезьяна не рос нос даже после того, как он смотрел мультфильм «Пиноккио».